Короче, кто не понял, мы в дьютике, и мы сейчас улетаем. Стоит красавец, ждет. Оксаныч выбирает шампусик себе. Такие вот ценники на винишко в еврох. Русский стандарт, 22 евро. Так, вещаю вам с такого прекрасного вида. Взяли бухлишко. Я его уже сюда убрал. Взял кока-колу. Знаете зачем? Я обычно вот так делаю. Вот кока-кола, а вот маленький такой. Красавчик. Сейчас я его залью сюда, и будет весело. У Оксаны фотосет. Скажи привет. Да. Скажи салам, ящеры. Хватит. В общем, вот такой вот красивый вид. Нам еще полтора часа, по-моему, тусить. И почти 4 часа лететь. Все, идем на посадочку. Все, начнем. Только единственное, что у нас места разные. Ну да. Дали разные места. Вон он, наш самолетик стоит. Проходим. Все, 4 часа полета, и мы... Да, солнце, греем пузики. Поэтому я остановилась. Так, я на месте. Возле окошка меня посадили. А Оксаныч там далеко сидит. Короче, отдельно посадили. Она возле прохода, а я возле окошка. Оксаныч меня там где-то ждать должна на том выходе. Вот она стоит. Соскучилась? Да. Я сзади пришел. Люди все вперед прутся, а сзади свободно. Я назад пошел. Ну все, вот аэропорт Турции. Сейчас пойдем чемоданы забирать. И в дьютик еще зайдем. Нам надо 100 баксов, 100 евро. В Таиланде порвал и скотчем склеил. Их нигде не принимают в России. И в российском дьютике тоже не приняли, поэтому надо сейчас где-то здесь их разменять, потому что 100 евро ни хера себе выкидывать. Взяли вот такую штуку попробовать. Джек Дэниел с колой уже смешанный, давно хотели попробовать. Сейчас будем пробовать. Все чемоданы получили, а я только пришел, он едет мой. Ксюхин уехал обратно, сейчас выйдет тоже. Это мой. Блин, уже все ушли, мы самые последние. Ходили, евро меняли, ни хрена не поменяли. А это Оксаныча. Да, Оксана, я тебе сказал, что сюда идти. У тебя нет замка. На, забирай свой чемодан. Вот она. Вот она, Оксана. Турция. Чувствуешь запах? Но прохладно все равно. Так, идем искать своего оператора. Ну что, выезжаем? Пробку сряли, походу. Хэс-коды, когда вы заходите, и не только отели, это уже и кафешки, и то, что на улице есть, рестораны, торговые центры. Зачили нашу гостишку. Здравствуйте. Да, кто заполнил? Русским, да? Давай, глобаться. Быстрый, краткий обзор. Шкаф, обзор номера, куча вешалок. Что здесь еще у нас? Сейф есть, тапочки есть, подушка. Так, все на ключе, на пластиковом. Вот она ванная. Всякие шампуньки туда-сюда. Такой шампунь, фен, зеркало, туалет. Мыть задницу, короче. Телефон. Если будете в туалете сидеть и что не захотите, можно позвонить. Душ. Ванна. В общем, все чистенько, все прикольно. Два полотенца висит здесь. Два полотенца для вытираться после душа. Полотенце на пол. Такая вот кровать двухспальная. Прикольная вообще. Картины всякие висят. И смотрите, какой потолок. У нас пятый этаж, самый высокий потолок. Вот так сделан. По наклону неровный, потому что крыша там идет. Дальше смотрите, что здесь. Холодильничек вот такой. Открываем. Спрайт, кока-кола, фанта, минералка. Все включено. Телевизор есть.
столик есть, покрасить себе чайничек есть. О, даже кофе есть. Я люблю кофе с утра, кофе. Шоколад горячий, наверное. А, не точно, кофе какой-то. Ну, короче, кофе до хрена. Вообще, вот это вообще, это мое. Это я люблю. Смотрите, что, ламинат. Люблю ламинат, ненавижу плитку, потому что много где не приезжаешь, везде плитка. И самое главное, балкон. Столик, два стула. Тут мы будем сидеть, я буду тут курить и буду бухать сидеть. Пепельница. И вот такой вот вид. Горки, но они сейчас не работают. Но я на них и не стал бы гонять. Вот они, соседи все. Это вся гостиница. Море. Море. Красота. Завтра пойдем туда купаться. Вызываем лифт. Лифт у нас 5-й этаж. И едем куда-то вниз. Смотри, даже в лифте антисептик есть. Так, выбираем. Здесь написано, какой этаж, куда. 0. Едем на 0-й этаж. Мы едем искать, где поесть. О, как придумал Оксана, локтем. А что не прыскай? Прыскай только куда-то не туда. Смотрите, бассейн. Блин, прям по краю, дай водичку потрогаю. Охренеть холодная. Сегодня купаться я не буду. Здоровенный просто бассейн. Зацените. Лежаки много. Ну, народу никого, потому что холодно. Но это очень красиво. Смотрите. Шикарный. Ну, если, может быть, напьюсь, то, может быть, и нырну. Нашли какую-то закусочную. Сейчас будем разбираться тут, когда что работает. Смотрите, нашли, что поесть, перекусить. Чизбургер взял, картошки нам тут наложили. Салатик, пицца и еще что-то принесут. И вискарик с колой. Приятного аппетита нам, Иван. Киска. Так, все, мы пошли к морю. Такая вот территория тут большая. Все в зелени, солнце светит. Там в Москве это сейчас снежок выпал. Мы когда приехали, снег шел, холод. А тут море, все зеленое. Идем мы тут по песочку. Никого нету, пустота. Ну не сезон же, понятное дело. Но это и по кайфу, что никого нет. Даже представляете, летом тут камни упали в снеге, когда сезон. Когда людей куча. И вот оно, море. Завтра, может быть, искупаюсь. Море, говорят, 18 градусов сейчас. Но сегодня купаться очень не буду, потому что прохладно все равно. Красота. Тащим сюда, потеплее оденемся, потому что ветер. Будем сидеть, смотреть на море. Пить вискарик, который я в дьютике взял. Ксюха, может быть, шампанское. Не знаю. Будем сидеть, кайфовать. Что еще для счастья надо? Вот же он кайф, да? Смотрите на это. Смотрите, что мы нашли на территории. Ох, распушился. А, распушился. Смотри, смотри, какой. Мальчики такие, а девочки вот с маленькими. В проем дверной, наверное, не проходит. В развернутом виде. А я хотел сказать, где голова, это жопа. Жопа вверх. Да, вот откуда они курицу берут. В столовую. О, еще одни. Ну, блин, живут лучше, чем в наших зоопарках. Чистота у них тут такая, да, нормально. Смотри. Кролики. Вот. Раббит. Кролик. Ёлку едят какую-то, нет, траву. Гостишка вообще прикольная. Мини-зоопарк, все есть. Ну, в основном одни птицы, но все равно. Территория вообще громадная. Утро все включено. Короче, вообще прикольно, прикольно, мне нравится. Смотри, что я обнаружил. Оказывается, тут рыбы плавают, красные какие-то, здоровые. Белые, смотри, какие вообще большие. Да, ни хрена тут. Черные тоже есть. Можно порыбачить прийти. Да, можно так хлеб берешь, как там, и кидаешь. Вообще прикольно. Смотри, не знаю, видно на камеру, нет? Здоровенные рыбы, вон белые, белые, красные, черные. Прикол. Смотри, Андрей, вот
лицо белого маленького. Да, это вообще смешной тип. Аллейка, и вот там море. Да, вообще классно. Забрели вот такое лобби, нашли, вот он. Такие коктейльчики нам сделали. Два коктейльчика, вот такое лобби здесь красивое. Ковер здесь, вообще приятно, ковер. Представляете, заглушает звук. Там на улице можно посидеть, там бассейн. Там уже сходили, там хамам есть. Бассейн закрытый. Ну, обогреваемый. Завтра пойдем туда. Секс на пляже и зомби-коктейльчик взял. Очень вкусный. Зомби-коктейль. И будешь как зомби. Можно я трубочку сюда вставлю? Подожди, я еще не попробую. Ананасовый. Пробуем секс на пляже. А может быть, я его буду, какой мне понравится больше. Что-то крепкий очень. Ну, я люблю. Все, я буду зомби. Так. Вызываем лифт. В общем, первый день Турции. Идем на ужин. Мы чуть-чуть уже, короче, поддали, чуть-чуть там нормально. Сейчас посмотрим, что на ужин дают. Да? Мне кажется, не надо складывать. Надо. Ждем лифт. Оксана такая бомбезная, такая спортивная. Короче, идем на ужин. Завтра поедем куда? В Сиде. В Сиде поедем. В старый город. Короче, будет контент. Подписывайтесь, лайки, колокольчик, комментарии. Колокольчик. Короче, все, давайте.